Вот вы мне скажите, кто-то из вас видел слезы прокурора? Чуть не прослезился, бедолаж. Не каждый день прокурор от тебя убегает. Не каждый. Давайте мы пройдем к прокурору в приемную. У нас пропускной режим. Какой? Давайте пропуск. Не пропускаем. И мне только к Балину. Я его в маске не видел ни разу. Вынуждена от них сама защищаться. Угрожают, что моих детей там я не досчитаюсь. Вы меня снимали. Я вас не снимаю. Господин. Это средство индивидуальной защиты? Вы вообще кто? Вы меня не знаете? Нет, я вас не знаю. А удостоверение покажете? Удостоверение. Пожалуйста, выйдите в коридор. Зачем? Вы стесняетесь? Что за вопрос? Я вам мешаю? Да. У меня его... Я не знаю, кто этот человек. Вы меня узнали? Все отлично. Этот вопрос решен. У меня важные вопросы. Мы пытаемся выяснить. Вы прокурор города Сургут? Я Поль! Выходи! То есть вы меня не приняли сегодня? Выходи! Он просто встал и ушел из кабинета. Он даже не представился. С чего ты взяла, что это был прокурор города? Это значит, что мы с тобой были неизвестно где, неизвестно у кого. Он отказался себя идентифицировать, признавать себя прокурором. Он Балин или кто? Неизвестно кто. Похож очень на Балина. Он не признает себя прокурором. Он не хочет нести ответственность как должностное лицо за все действия и бездействия. Он сбежал просто с моего личного приема. Он даже удостоверение не показал. Он даже имя и фамилию ничего не назвал. Просто ушел. Пришел и ушел. Пришел и ушел. Как пришел, так и ушел. А не подскажете, Балин выйдет, нет? Первое, представьтесь, а потом все общение. А удостоверение есть у вас? Не с собой. Нам ничего не будет, потому что нас крышует прокуратура города Сургута. Может, меня завтра убьют по их распоряжению, я не знаю. Они забыли, что они служащие. Они вот почему-то думают, что они какие-то цари здесь сидят на тронах своих. А прокурор сбежал, так и скажите. Прокурор сбежал, он не ушел, он не вышел, он просто встал и сбежал. Пришел ко мне на личный прием и сбежал. И он что сделал? Сбежал.